Америка пережила «Великий четверг», так назвал вчерашний день Дональд Трамп. Президент США не стал мелочиться с эпитетами, ведь он на полпути к отмене Обама-Кеа, реформы здравоохранения, которую предшественник Трампа назвал своим главным детищем на посту президента. Палата представителей Конгресса США проголосовала за отмену значительной части реформы Обама-Кеа. Перевес оказался несущественным. Против Обама-Кеа проголосовали 217 конгрессменов, за 213. При этом инициативу Трампа не поддержал ни один демократ. Теперь этот вопрос должен рассмотреть Сенат. Предыдущую попытку заменить Обама-Кеа на новую программу медицинского страхования Трамп предпринял в марте и провалился. Еще до голосования стало ясно, новая реформа не имеет достаточной поддержки, и законопроект решили отозвать.